А почему они не учат латышский язык? Три вопросительных знака, ха-ха-ха. А вы мне скажите, а зачем в России латышский язык? Что-то как-то странно даже. Я вам про русский говорю, да? Что... А вы имеете в виду, что нужно еще дополнительный язык в школе сделать? Ну а почему нет? Если в Латвию можно будет ездить из России, если там дискриминировать русских не будут, то почему нет? Но я так поняла, что в Латвии вообще запрещают на русском языке говорить. Ну, рассказывают люди, вот по видео, вот смотрим мы тут на ТикТоке. Я не знаю, вы вот если в Латвии находитесь, то вы нам скажите, действительно нельзя людям в публичных местах на русском языке разговаривать? И поэтому вот вы предлагаете выучить латышский язык, чтобы в Латвию ездить? Ну, вот я не знаю. Я знаю, что в Латвии живет 40% русскоговорящих. Ну, вот, я знаю, что вот эти 40%, вот я общалась из Латвии с людьми, они говорят чисто на латышском и чисто на русском. Но им запрещают разговаривать на русском языке в Латвии. Правда это нет? Поэтому вы предлагаете ввести в школьную программу в России латышский язык, потому что вам неприятно слушать русский язык в Латвии или как? Или это шуточка?